7 декабря в Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация Мальты во главе с чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации Кармелом Бринкотом. Гостей встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Визит начался с экскурсии в музей истории Казанского федерального университета. После нее делегация встретилась с руководством вуза, где состоялась презентация университета. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Казанского федерального университета и вузов Мальты. Мы планируем установить сотрудничество между нашими университетами и найти общие сферы для исследований различных проектов. Мы хотим наладить сотрудничество с Казанским университетом, поскольку считаем, что образование является базой всех человеческих отношений, которые помогают развивать сотрудничество и улучшать взаимоотношения между странами. После встречи с руководством было запланировано знакомство делегации Мальты с медициной Казанского федерального университета. Гости посетили симуляционный центр и лабораторный комплекс. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.